Всем привет, друзья! 67-й выпуск Funny Moments на канале Тим. Вышел он пару дней назад. Я в тот же момент, когда он вышел, увидел этот видос и хотел сразу же записать. Но у меня очень много было роликов по плану. Я попросту не находил для него места, чтобы впихнуть реакцию. И вот спустя уже 2 дня, не знаю, может, вы уже увидели, но я хочу посмотреть. Я не смотрел 67-й выпуск на канале Тим. Если хоть один момент понравится, лайкос завози на видос. И еще, ребятки, там, короче, на моем втором лайв-канале, может, вы видели уже видос, где мы сделали акулу Леона, костюм и скин в реальной жизни. Скоро выйдет вторая серия, новый скин в реальной жизни. И вообще, скоро будет целая серия роликов со скинами в реальной жизни в игре Brawl Stars, точнее, скинами с Brawl Stars в реальной жизни. Если вам интересно, ссылка на влоговый канал в описании. Там реально такая годнота вышла. Я прям в шоке. И в финале мы сделаем вообще в Brawl Stars в реальной жизни именно там батл, ШД сделаем, локацию. Короче, блин, столько идей есть, столько интересных мыслей. Но воплощение надо... Для воплощения нужна мотивация. Подписывайтесь на лайк-канал. Ссылка в описании, мои влоги. И ждите эти видосы. Они уже будут совсем скоро, на днях. Рекламная пауза и поехали смотреть теперь просто Brawl Stars. Смешные хохотулечки. Так, поехали. Смешные моменты. Ничего не понял, но было интересно. Башка. И шо? Что в этом моменте интересного было? Hello. Так. Извините. Бля, ну серьезно, 13 банок так просто съела их. Hello. Раз, два, три. Три банки просто нахер растворила их. Так, так. И... Сука, это смешно. Мне одному это смешно или это правда смешно? Мне реально смешно. А как она сдохла? От Шелли, да? А, Шелли сделала выстрел. И дробь добила ее. 1 хп остался. Классно, классно. Я понял этот момент. Так. 1 хп. Да ну не гони. Не гони. Не... А, так вот. Не, я просто думал, Барли выживет. Я так понял, сегодня ролик будет про 1 хп. Ну, ультуй! На! Капец, как они выживают с 1 хп так? Ну, об этом и ролик, я так понял. Ля! Первый левел 1 хп. Трошак, трошак. Бля, Тим, на самом деле мне нравится тем, что заморачивается над сортировкой момента. Он не делает это все в кашу. Любой классный момент. На тебе, мудак, просто! Ребят, вы радуетесь, когда такие понты люди кидают, но потом в конце, ну, если он облажался, ты такой, на, да, получи! Когда он над твоей смертью, там, когда ты тебя убил, да, и он крутится над тобой. Потом приходит второй, его убивает. И вот то же самое, да, такой словил мяч, крутой, крутится. И сам себе голд забил. Ну, лошара, ну. Так вот, Тим молодец, что сортирует моменты. Видите, он сейчас сделал сборник именно... Подборок, где челы с 1 хп выживали. Ну тут, конечно, немножко не тот, да, формат. Не 1 хп, но тоже подобно что-то, типа. А, я вот это, кстати, видел неоднократно, что мортира дамажит за текстуру. Хрен пойми почему. Оу, хорош. Сука, такой, на, блядь, это охрененно, просто это божественно. Такой стал, блядь, меня эти люди бесят, сука, когда, особенно в футболе, знаете, пока ты еще рисуешься, а он, блядь, возле твоих ворот, вот так вот, вот так вот. И вот я хочу еще раз посмотреть этот момент. Это, вы же видели, как он, да, стал?
Посмотрите еще раз. Дайте насладиться. Такой, смотри. Пижон, пижон, смотрите. О, пижон! Ну хорош же, хорош. Вторая ульта. На, двоих. И воробушка выиграешь, да. Ой, но это он не виноват. Он не может контролировать траекторию. Не, ну хотя может. Но так получилось. Я так заторможенно сейчас комментирую, потому что я пытаюсь прокомментировать предыдущий момент и одновременно пытаюсь понять тот, который вижу. Соответственно, тупняк происходит. Я понял этот момент. Наверное, а может и нет. А Голд-то все равно заскочил, ну нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, 11 банок, розу под баблом, да ну не гони. Хорош, хоть это и Блэд был. Вы видели, мяч был в воротах, камон. Хорош. Холдик, это я! Блять, какого хрена это я? Что там не так со мной? А ну, а ну. А ну, я не могу вспомнить. Да, в штольне... Нет, стоп. Я за Барли, по-моему, не играл. Я... Блять, так смешно видеть себя. Может быть, давно-давно еще? У него ж моменты, они копятся долго. Так, ну, я ультую. Меня добивает рикошет. И... А, баночка рядом возле него. 54 хп. Да ты шо, да. Я не помню такого момента. Но это, по-моему, я. Потому что, ну, какой еще идиот будет писать никнейм с маленькой буквы? Я... Хорош. Не, ну ничего удивительного, я бы тоже так... А, да ну нах. На нее не действовало... Не действовало замедление, да? Серьезно? Хорош. Ну и сейчас она стянет его с роботом, я уверен. Я уверен, да. Ну это гениально, на самом деле это нормальная тактика. Бибика. Не, ну две Пайпер на этой карте в тиме. Они счастливчики. Это лучшее просто, что может быть. Они его убили и в итоге сами, да, сдохнут. 36-38. Вам, кстати, видно счет? Я же поправил экран, у меня не на весь экран было. Let's do this. Я нихера не понял предыдущие катки. Ноп. Блять. Еще эти звуки вставляют, прикольно. О, Биби на скейте, чекайте. Ля. Ля что творит, ля. О, вот это там пати на хате. Нормально. Ишхан залетел. Не забьет, чекайте, не забьет. Winning. Да, сука, да. Что, сука? А как? Серьезно? А как можно было не забить? Блять. Так. Ребята, запоминаете, да? Помните, ситуация с Джином была, когда Джин тоже не ультанул, а просто проатаковал. Пайпер тоже на... Хорош.
с длинным прыжком. Пайпер тоже саканула и улетела. Не достал, не достал. Пам. 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 Хорош, хорош. Блэт Артур. Блин, пить хочу. А попить нет ничего. Блять, этот же момент был у него уже. Серьезно. А кто оттолкнул? Биби? Да тупо все. Сука, ну быки автоатакеры. Ой, хорош. Видели, видели уже такое. Пайпер снайпер. Кстати, там говорят, что новый персонаж будет такой. Оу! Ебать. Сколько у нее банок? Какая-то вакханалия произошла. Можно это считать автоголом или нет? Петушиные бои. Вот они выглядят именно так. Поэтому я даю предпочтение метателям Барли. Потому что от Барли, сука, они... И еще сдохли одновременно. Ну просто гениально. От Барли бы они так не помансили. Так этот голос, да? А чего он, блять, все бомбы забрал, прикол? Он ультой забрал все бомбы. Гений. Thank you. Я видел, она отскочила от, по-моему, Динамайка. Еще надо было кого-то, потому что, ну, неудивительно, уже сколько этих моментов видел. Прикольные моменты, сегодня мне нравятся. Ну, он автоатакой прыгнул на мортиру, что непонятно. Привет, привет, Андрей. Нихера себе, нихера себе, Мортис. Запредиктил. Мне интересно, что сейчас будет. И он его не убил, серьезно? Охренеть. Концовочка прикольная была. В общем, бодренькие, бодренькие моменты, друзья, мне очень понравилось. Жду с нетерпением новую серию. Она уже должна быть на днях. Я просто с этой затянул. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше. Спасибо вам за просмотр. И напишите, что по стриму. Стримим сегодня, нет? На данный момент вот. Выложу ролик, будет 10 уже. Приеду. Ой, приеду. Пока раздуплюсь, уже будет 10:30. Не знаю, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч. Всех обнял, люблю. Пока.